И всем привет, ребята! И вы на канале Magic. И сегодня мы будем играть опять в току. Нелюбимая матерь-дочь, часть 7. Мы закончили на моменте, что все вот уснули. Утро начинается такое вот доброе. Так. Ай, утро, наконец-то. Теплая кровать. Все так мягко. Только сестру жалко. Ну ничего, сейчас. Сейчас. Сестренка, наверное, яблочко бы хотела. Кинсу яблочки. Вот. И цветочек принесу. Так, спит. Вот. И вот. Рядышком. Господи, кто там шарохается? Цветочек. Прикольный цветочек, красивый, вкусно пахнет так. Это что, яблоки? Вкусненькие. Только зачем столько? Эй, это ты что тут делаешь? Ой, я тебе хотела подарок сделать и извиниться. За что это? Извиниться-то решила. Ну то, что ты тут оказалась. Я не хотела, чтобы тебя выселяли оттуда, с той комнаты. Да прям не хотел. Вот, на тебе, держи, забирай. Ты чего, природу губишь? Ага, сейчас гублю. Я маме позвонила вчера через бабушкин телефон, и сегодня она нас забирает и засудит еще бабку твою. Не надо бабушку засуживать, не надо. Она ничего не сделала. Не трогайте бабушку. А вот мы возьмем и засудим. Она нам нафиг не усралась. Да задолбала ты меня. И она меня надоела. Вот вырастешь, да мы тебя выкинем нафиг отсюда. Я хочу домой. Бабушка. Что такое? Что ты? Что? Чего ты плачешь? Сестра сказала, она вчера бабушке, маме позвонила. Они вас засудят тебя. Что? Ой. Да как это так? Да, засудят. И нас заберут. Да что ж, вот мой телефон. А был на полке. Ну-ка. Алло. Так, сейчас, подожди. Подожди. Будь в комнате. Алло? Дочь, я не поняла. Это что ж вы там решили с бабушкой твоей, с матерью родной делать? В смысле засудите? Как? Что я сделала такого? Да я не запирала ее, она себя плохо вела, а я ее перевоспитывала. Ну как это не то перевоспитывал? У вас один ребенок разбалованный. Нет, как это заберете? Не надо забирать. Да только попробуйте, не отдам я вам ребенка. Вы его мучаете, голоду морите, она у вас вон худущая какая. Забирайте свою обнаглевшую, свою не отдам. Нет. Ой, мне плохо. Ой. Бабушка! Всегда плохо. Пусть помирает уже наконец-то. Да что она помирает там? Как это помирает? Серьезно? Да! Бабушка! Иди, сейчас на кроватку несу. Давай на кроватку, на кроваточку. Да, пойдем тихонечко. Ложись, бабушка. Скорую быстрее. Алло, вызывайте скорую, у нас бабушка умирает. Да. Да,
Да, я маме позвоню. Мама, бабушка умирает. Мы сидим. Прилетает. Едете, едете быстрее. Мы вещи заберем пока что. И бабушку заберем. Да, давай быстрее. Едут они быстрее. Пойдем. Да, хорошо. Так, 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 так. Собираем вещи поскорее. Бабушка моя, за что так со мной? Нет, только не бабушка. Мне ж никого, кроме нее, толком не останется. Себе не будут. Игрушки сюда. Книжки сюда, вот так. Все, залазь, и голуби, ты все сюда. Я побегу вещи собирать. Так, так. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Солнышко доброе. Ура, наконец-то. Я еду домой. Еду домой, еду домой, еду домой. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так. Ля-ля-ля, я сейчас приду. Опа, я вернулась. Так, наконец-то еду я домой. На-на-на-на-на-на. Все, бабушка, пока. И я домой. Так, блин. Все, сейчас родители приедут. Ты не реви. Мы домой едем. Какой домой? Там бабушка, бабушка. Обойдется твоя бабушка, все нормально. Что у вас тут происходит? Не знаю. А? Не знаю, там бабушке что-то плохо стало, она там лежит. Бабушка умирает. А это? Что там, ба? Ма? Телефон кинут. Ма, что с тобой? О, господи. Ты что, обнаглела на нашу дочку поднимать руку? Там не все рассказала. Так. Ты бить нечем. Швабры ударю. Че, мама, оборзела на моих детей руку поднимать, а? На. На. Оборзела? Вот лежи тут. Помирай. Все, мы больше сюда никогда не приедем. Собирайтесь. Все. Давайте. Ты сама идешь, я свою дочку возьму. На, пап, держи портфель. Все, пойдемте, пойдемте. Короче, вот так вот тут пока происходит, ребят. Все. Едем домой. Ой, ну чё ж ты мне, доча, раньше не позвонила? А чего это мы мою бабушку хоронить не будем? Ой, обойдется, я ее швабры еще побила. Господи, кошмар-то какой. Что же это? Нет, я не буду здесь жить. Уйду лучше. И мою бабушку угробили. Все из-за той. Ненавижу ее теперь. Ненавижу сестру. Все из-за нее.
Ладно. Власти мои, котятки. А где Мураля? Ай, она вот теперь у нее Мураля меня предала. Ну и ладно. Все. Вот это вот все для кошки можно выкинуть теперь. Мне теперь кошка не нужна. Так, наконец-то все, я могу наконец-то у себя дома. Так, сюда сложу свои игрушки. Хотя не игрушки, можно вот сюда на полочку или вообще вот себе кукольный домик. Ой, как я рада. Могу теперь не переживать, могу здесь спокойно жить, никто мне не будет надоедать, никакой тут старый сарай, все. Все, я вообще чудесно. Это мы тут ей кинем, мне не нужно. Ой, все. Эти мне все вот эти вот старые бабушкины вещи в принципе не нужны. Хотя ладно, пусть будут, пусть валяются. Мурали. А, вы тут все не влезете. Мурали, рыжик, голубь. Мы сегодня вечером уйдем. Я не хочу тут находиться больше. Эта сестра взяла и меня испортила. Она угробила мою бабушку. Ой, дети уже поздно, ложимся спать. Кошмар. Толком не полетали. С этой мамы. Все, ложимся спать все. Окей, мамамс. Ты тут кинуть можно, все спать. Все, давайте. Возьмем все самое главное. Вот сумка. Сейчас возьмем сюда все самое главное. Чемодан. Так, книжку сюда ставим. Эту книжку заберу я, пожалуй. Свои игрушки обязательно я заберу. Они мне все нужны. Вещи свои. Вот эти я оставлю тут. Они мне теперь не пригодятся. Вещи. Так. Ставлю себе тетрадь. Голубь. Котики. Так, корзинку возьму с собой. Все, сидите тихо. Мы сейчас уйдем. Прощай, мама. А не быть тут. Чи-чи-чи, Бетси. Ты куда? Не хочешь с ними быть? Запрыгивай в сумку. Не оставлю тебя тут среди них. Что у сестры там? Спит. Ну и спи дальше. Все. Теплые куртки все. Ну и ладно. Ничего не брать не буду. Плохая сестра. Она мне жизнь испортила. Уйду. Ухожу. Все. Парк. Ой, тут люди что-то, ребята, шиваются. Ну, ладно, типа тут людей нету, если что. Ой, все, пришла. Не знаю чего, но я это место уже давно приметила. Так, вылазьте, мои ребятки все. Все мои любимые... Малышу, вылазьте, вылазьте. Все. Будем раскладываться. Скоро я принесу сюда нам и столик маленький, и еще что-нибудь.
Пока что в сумке вы будете все спать, к сожалению. Угу. Ну, простите, мне некуда вас еще поставить. Так. Скоро все. Утро. Уже утро. Так. Ну, через этот мост в основном никто не ходит. Я его, думаю, лучше сломаю, чтобы никто не ходил. Все. А я буду вот так по камушкам. Тык, тык, тык и тык. Все. Ой, тут мусорят люди. Еда. Ну ладно. Сходим на одну какую-нибудь, может быть, помойку. Я знаю, куда можно сходить. Там нас никто не будет трогать. Там помойка есть кое-какая. Так. Дети. Все сюда мои. Блин. Не знаю, как, ребят. Ну, во, все. Короче, я дала одну вещь ей, чтобы было удобнее таскать. Такс. Все, на свалку. Тут ее не было, типа. Куда музыка играет? Все, мы пришли. Тут так уютно. Ух ты, Лешка. Все, буду прибирать. Все. Предлагаю, ребят, на этой нотке закончить. Всем пока-пока, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую, муа, пока.